Наша идея возникла, потому что мы хотели показать не только талантливых профессионалов, но и продемонстрировать, насколько наши участники, конкурсанты, чуткие, отзывчивые люди. Естественно, несмотря на загрузку, которая связана с подготовкой к профессионалам, они с желанием отнеслись к нашей идее, и я думаю, что новые домики придутся по душе, потому что они сделаны с любовью и раскрашены в виде пятнышек далматинцев, а над входом в будку лапки животных. В прошлом году я уже участвовала, заняла второе место по Тюмени. В этом году хочу взять первое. Тренируюсь я не первый год, где-то полтора года, каждый день, кроме субботы и воскресенья. Приходим, нам дают задания, и мы выполняем по сроку времени. В акции я стал участвовать добровольно, то есть интересно попробовать, что из этого получится, то есть, и как бы помочь заодно собакам.